Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Citroёn C4 2011 года. Автомобиль оснащен мотором 1.6 литра на механической коробке передач. Сейчас мы с вами переместимся в салон, посмотрим состояние салона, пробежимся по комплектации этого автомобиля. Ну и давайте продолжим. Значит, у нас вот с вами вот такой вот интересный салончик. Простите, уже на улице немножко потемнело, не слишком все хорошо видно. Здесь у нас с вами вот такой же красивый салончик. Стекла, кстати, немножко затонированы, вот так вот непонятно, а вот так вот видно, да, что немножко тонировочка есть. Не сильная, но, в принципе, ну, камера не передает, но, если честно, как бы просвечивает, тем более на улице уже очень темно. Также у нас здесь есть подогрев передних сидений на 3 режима. Пробег у нас с вами на автомобиле 154 тысячи километров. Так, что у нас здесь еще есть интересное, сейчас посмотрим. Так, значит, у нас в комплектации имеются все стеклоподъемники, регулировка зеркал. Также есть у нас с вами мультируль. А тут у нас с вами располагается климат-контроль. Вот такая от магнитола на базе Android с камерой заднего вида. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес есть у нас в объявлении. Этот автомобиль вы сможете приобрести по системе Trade-in в кредит и за наличный расчет. А на этом спасибо за просмотр. Всего доброго, всего хорошего, до свидания.